Исполненная в традициях классического паб-квиза, игра головой собрала в себе лучшее, что есть в подобных проектах на сегодняшний день. И это неудивительно, ведь создатели этого квиза знают толк в интеллектуальных играх. Квиз «Игра головой» — это игра из от Калининграда до Находки. Практически по всей России существует множество филиалов. Придумали его питерские знатоки из клуба «Что, где, когда». Леонид Эндлин, в частности, наш создатель нашего блока. Наконец-то он дошел и до Одинцова. Многим такой вариант времяпрепровождения в ресторане приходится по душе, так как он позволяет обогащаться не только калориями, но и знаниями. Мы сами недавно начали играть, нам всем очень нравится. Я считаю, это хороший вообще вид интеллектуального досуга. Вот именно для, то есть не для детей, не для подростков, не для пенсионеров, а именно вот для простых людей, вот, которые работают много, которые устают, и им там хочется не только, я не знаю, там перед телевизором полежать с бутылкой кефира, вот, а как-то еще интеллектуально себя развить, получить заряд положительных эмоций, хорошо провести время. Каждая игра состоит из 7 туров, в них по 10 вопросов, которые объединены общей темой. Некоторые задания требуют определенных знаний, например, в области кино, музыки, литературы, искусства или, например, истории, а некоторые рассчитаны на логику. Каждое задание может быть представлено в одном из нескольких форматов – в виде картинки, видео или аудиофрагмента. На этот раз за звание победителей боролись 10 команд. Победа жизни, окей, Google, привет, Сири, клан Сопрано, Сытый Лось, Спокойной ночи, Аня, Великолепная четверка, Надмосковные вечера, Я алкаш и Кругозор. Кстати, последние сами организуют подобные квизы. Сюда мы пришли с тем, чтобы посмотреть на другой квиз, который хочет нас выжить из Одинцова. Ну вот, которым тоже посчастливилось в Одинцово организовывать в подобном формате игру. И нам просто интересно, насколько у них хорошо это получится. Может быть, чему-то мы друг друга сможем научить. И в общем и целом провести замечательное время. Каждая из команд ожесточенно билась за звание интеллектуалов, однако победа и главный приз достались команде «Кругозор». По словам организаторов, теперь квиз «Игра головой» будет проходить в Одинцово регулярно. Чтобы стать его участником, нужно оставить заявку в одноименной группе социальной сети ВКонтакте, ссылку на которую вы видите на своих экранах. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».